Итак, друзья, всем привет! Я вас всех приветствую на своем канале. Сегодня у меня очередная распаковка посылок с сайта AliExpress. На этот раз ко мне приехала зарядка для авто на 2 USB. Работает она от прикуривателя, причем у нее есть индикация напряжения. Это очень круто на самом деле. Заодно можно будет проверить, насколько точно показывает индикатор. Вот, прежде чем распаковку начать, да, сейчас я вам покажу, насколько она приехала. Как можете видеть, вот приехала за 41 день. Вообще, на самом деле, долго. Вот, то есть, причем еще статусы не отображались. Был буквально Гонконг, да, то есть, то, что посылка якобы выехала. И на выдаче. Все, по сути. Ну, немножко напрягает то, что ты не можешь отследить, где она едет и едет ли вообще. То есть, может быть, она где-то потерялась. Вот, так что давайте сейчас будем вскрывать и затем устроим тест в автомобиле внутри. Я там уже все подготовил, так что все это посмотрим. Вот такая вот небольшая получается. Ну, как можете видеть, ничего больше нету. Ни проводков, ничего не положили. Вот. Ну, провода у меня есть свои, как бы. Я, в принципе, так и думал, что ничего не будет. Вот, собственно, сама зарядочка. Посмотрим вот внешне, да. Вот, пожалуйста, написано все, да, выход. 5 вольт, 3,1 ампера, 12,24. То есть, ну, в принципе, на 12 вольт подходит, на 24. Очень круто такой разбег. Вот, я не знаю, здесь есть пленка или нету, но скорее всего есть, то есть она такая пошарпанная, не может оставаться, я думаю. Она как бы должна сниматься. Ну, как обычно делается, все очень впритык на самом деле. Ну вот она отрывает, собственно, как я и думал. То есть вот такая она прям очень-очень тонкая защита. Вот, да, можете видеть, как она выглядит без нее. Вот, собственно, два выхода, да, для зарядки наших всевозможных гаджетов. И вот, собственно, индикация, да, напряжения внутри автомобиля. Так что сейчас мы будем тестировать ее в автомобиле. Вот, пока что внешне все нормально, то есть, ну, работает ли она, я не знаю пока. Так что давайте в автомобиль. Ну что, друзья, сейчас мы будем тестировать. Как я говорил, то, что мы сначала проверим напругу в машине, да. Вот я взял с собой мультик. Вот. Прежде всего зажигание, да, включаем, чтобы у нас заработал. Вот, видим, да, 12,61. Запомнили, да? Вот, то есть, я недавно починил прикуриватель. Прикуриватель в этой машине не работал. Да я много чего здесь починил, на самом деле. Вот. Теперь, короче, втыкаем, да, наше зарядное устройство. Вот так оно встает. И смотрим. Да, в принципе, показывает вот очень даже точно. 12,6. Вот. А теперь сейчас будем тестировать сами выходы зарядки. Сейчас мы подцепим. Посмотрим, как у нас показывает, как у нас заряжает. Вот видим, да? Камера активировалась. То есть вот, пожалуйста, зарядка идет. Можно видеть индикацию. Далее втыкаем, допустим, Powerbank. Ну, кстати, да, вот видите, показания, вот не заметил сразу, 0,7 ампера показывает. То есть расходуется заряд. Сейчас подцепим еще Powerbank. Вот, пожалуйста, Powerbank у нас тоже работает. Вот она, индикация, да, идет. Вот. И смотрим на зарядку, да, показывает 2,5 ампера. То есть собирается, видите, оба гаджета у нас заряжаются. Вот, то есть оба выхода USB, да, они рабочие. Сейчас я отключаю, да. Получается, показывает 0,6 ампера потребления. В принципе, все работает, да, то есть я в этом сейчас убедился, вам показал.
Так что вот такое вот у меня новое приобретение, да. И я вот решил именно с индикацией получается. То есть индикация напряжения и индикация заряда ваших гаджетов в амперах. То есть ток показывает потребляемый. Вот. Все очень круто. Мне нравится. Единственное, что минус это долгая доставка, да, то есть есть такой вот минус. А во всем остальном меня все устраивает, все работает. Так что, кому понравилось видео, да, подписывайтесь, ставьте лайки. И спасибо за просмотр. Всем пока.